пиона экстракт. Состав, активный компонент, пиона экстракта сухого 0,150 грамма с содержанием суммы фенольных гликозидов в пересчете на салицин и сухое вещество 16,0. Фармакологическое действие, оказывает выраженное седативное действие. При доклиническом экспериментальном изучении выявлены анксиолитические, противосудорожные, мембраностабилизирующие, антиоксидантные, стресс-протективные и антигипоксические свойства. Показания к применению: нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, нейроциркуляторная дистония. Способ применения: внутрь, по одному таблетке 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 21-30 дней. При необходимости курс лечения повторяют после 10-дневного перерыва, после консультации с врачом. Взаимодействие препарата пиона уклоняющегося способствует ослаблению эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему, усиливают действие снотворных, седативных средств и спазмолитиков. Побочные действия, возможные аллергические реакции. Противопоказания, повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст, непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозагалактозная мальабсорбция. С осторожностью, печеночная или почечная недостаточность. Передозировка, при передозировке возможно угнетение центральной нервной системы, сонливость. Лечение, симптоматическое. Особые указания, при длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами ИТП. Больным с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одном таблетке препарата содержится около 0,275 грамма углеводов. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.